пачну с чалавеччай як заўсёды гісторыі і опять гэта чалавек якога я лічу героем беларусі восьось так ён выглядае ну, паглядзі а такі тыповы беларус і гэта таксіст якога затрымаў губазик і на гэтыя карныя нквдшнікіго клічу цвіталь шах Вурау Виталь Шавуров, ему 50 год, и он родом с мостов Гродинской области, и, и, таксист, не, не политик, не активист, никто таксист. Але затримали его за то, что он ратовал протестовцев в 2020 году. В 2020 году, вы ведаете белорусы не, а, сказать, не, не перетворились на банду, не перетворились на злочинное угруппование. Белорусы вели себя вильми достойно, а, яны не, а, не, не робили погромов, не поджигали администрационные некие там установы, то, что творилось у других странах, например, у Кыргызстане и у Казахстане, не, от белорусов этого ничего не было. Наоборот, они допомагали друг другу, и они протягивали руку до и таксисты тады без грошей подвозили людей, и вот один из таких таксистов, Виталь Шауров, и вот три года прошло, его затримали, и затримали за что? формальной подставой затримания мужчины стало то, что он неколи, неколи отмовился вести милицианта. Приватный таксист отмовился вести милицианта. А, не, не, Покуль он отмовился, потому что это может и не с политикой было связано, потому что милицианты, яны могут быть просто пьяные, яны могут вести себе непотребно, а еще что. Ну, ты мне меньше. И вот э, после затримания его уже там начали орать, и у его телефоне нашли э, фото 20 года, видео, где он помогал вывозить демонстрантов на уластном авто, как, ну, выратовать, бо вы ведаете, что тогда было, облавы, Жесткость, да и на от белорусов были от а, милициантов, да, шутов той же, инши. И он, и он людей спасал. Это, ну как, законно, бо ты просто берешь клиента и вязешь. У этого нема никакого злочинства. У То есть, что ты на улице подобрал человека. Я отвез его, например, домой. У ну, меня мало в этом злочинства. Ты не меньше. На его зараз завели две криминальные справы. За что? Ну, вот так, по логице. Он ехал по улице, забрал человека и отвез. Что в этом криминального? Не, ну у Беларуси все криминально. У Беларуси криминально все. У Беларуси вот такая куртка это криминальная, это хлопца зараз на 15 суток посадили, вот тому, что куртка секонд-хенда вот такие мало а, колер. Все криминально. Тем не меньше, а, для меня этот человек герой, для меня такие люди герои, которые помогают один иншему, которые протягивают руку до помоги. А, и, а, ну, вот жаль, что зараз уже и солидарность белорусов ⁇ это некое злочинство. Ну, у концлагеря я ну так. У концлагеря я ну так. Ничего не зробишь. Это концентрационный лагерь. Вот, тому витаю, ты, ты мне меньше допомагайте один другого. Допомагайте один другого и подтримливайте один другого. А нам всем треб подтримливать сейчас наших братов доброохотников бы они гинуть, могут загинуть, и они у самой жесткой зоне находятся и Украину, бо саправды, а зараз яна одиная мажа, имеет махчимость сломать гэтых диктаторов. Мая махчимость сломать гэтых диктаторов.